Здравствуйте, уважаемые друзья! Вы находитесь на канале питомника «Хвойный дворик», и с вами Евгений Филимонов. В нашем питомнике мы уже открыли прием предварительных заказов на сезон осень 2022, и поэтому вы можете спокойно пройти и заказать. И я решил сделать обзор по наличию всего, что есть, всего сеянца, который будет выставлен на продажу. Ну, там, соответственно, не все позиции пойдут отправкой. Ну, первая у нас идет позиция. У нас 6 отделений в теневике. И сейчас по каждому отделению мы разберемся и пройдемся. То есть, первая позиция — ель голубая. Шестилетка, довольно-таки рослая, сантиметров 80, идет самовывоза у нас. Ну, по каждой позиции я сниму отдельный обзор, и поэтому сейчас не будем сильно увлекаться сантиметрами. Ей еще расти полтора месяца, а обзор я сниму попозже. Ну, видите, как еще почка как бы не росла, но самовывоз, она идет самовывозом. То есть приезжайте сюда, покупайте, и все нормально. Ну, часы работы у нас не изменились, у нас обычно выходные дни самовывоз. А здесь у нас идет вот ель голубая трехлетка. Сейчас, секундочку. Ель голубая трехлетка, конечно же, идет почтой, отправка с деком и Почтой России, как я уже сказал. Цены все вы можете видеть в описании к этому ролику, то есть перейдя на наш сайт, там будет ссылка на прайс, и все это можете увидеть. Ель голубая хорошая. Там еще есть позиция, ель трехлетка мелкая. Ну, если так посмотреть, вот мелкая — это вот такая вот где-то, а покрупнее уже будет, вот это уже покрупнее, где-то есть уже вторая веточка, где-то нет еще, но по высоте она минимум 15 сантиметров, то есть это ель трехлетка, которая нормальная, не мелкая. А остальные мелкая, которая пойдет, это примерно сантиметров 10. Ну, тут у нас ее достаточно много. Ну, сейчас будем вот. И трава у нас тут появилась. По цвету вы можете видеть, что она действительно голубая. Ну, может быть, где-то сизая, я не спорю. Но не зеленая точно. И в другом отделении вы увидите, что там цвета разделяются. Там. Ну, пока что это сюда положим. Ну, дальше у нас по прайсу идет сосна трехлетка. Сосна трехлетка. У нас ее немного. Поэтому она отправляться не будет, не только поэтому, потому что она уже большая, уже сантиметров 40, и поэтому ее упаковать невозможно, а там еще и корень такой же. Поэтому добро пожаловать, приезжать в дни самовывоза, это то есть в воскресенье, суббота, с 9 до 5 мы вам выкопаем, запакуем, и вы посадите, и будет у вас расти все прекрасно. Ну, здесь мы видим пятилетку голубую, тоже она отправляется почтой. Очень быстро трава растет. Можно заметить, на следующей грядке ель обыкновенная зеленая. Так что различия, я думаю, всем видны. И как это не парадоксально, то что все равно будут звонить и спрашивать, почему у нее такой цвет. Но цвет у нее голубой, я отсюда вижу, и прекрасно. Солнца было в этом году много, и она набрала хорошо. Голубой цвет обуславливается, во-первых, иголкой, на которой образуется налет. Налет, солнце, полив, капли. Вот сейчас вот капли, хорошо это все заметно. И чем лучше такая погода, тем более она сильнее голубеть будет. Ну, а здесь у нас
Эта пятилетка отправляется почтой, я также хотел бы сказать. Почтой отправляется и самовывозом можете приехать тоже однозначно. Здесь у нас ель обыкновенная. Но она уже сантиметров, наверное, 50. Тоже стоит на нас шестилетка. Еще есть ель обыкновенная пятилетка, но она в другом теневике, но ее тоже много там, поэтому мы пока что мы снимем то, что есть в этом теневике. Ну, практически все позиции захватим. То есть переходите на наш сайт, смотрите, заказывайте. Скорее всего, я цену подниму, может быть, нет. Тот, кто заказал сейчас, кто бронирует сейчас, те делают правильно, потому что у нас забронировать можно не только на осень эту, но и на весну. Здесь у нас сразу 4 позиции, которые выставлены на сезон осень 2022 года. Вот здесь у нас туя Брабан двухлетка. Вы не смотрите, что она такая маленькая. Потому что ей еще расти полтора месяца. Туя восточная двухлетка тоже. Тоже у нас на сайте стоит. Тоже довольно хорошее дерево. Ну, желательно, конечно, регионы средней полосы, то есть до Урала, выписывать можно. На, как, в принципе, выдерживает морозы хорошие, когда приживется. Ну, и в Сибири можно ананасы выращивать. Я в этом как бы не сомневаюсь. Поэтому, если вы уверены, что она у вас вырастет, когда приживется, она, в принципе, морозов не боится. Сосна крымская, двухлетнего возраста. Также идет у нас в наличии на осень. Ну, уже довольно-таки хороший сенец. Ну, вот это. Давай покажем. Вот. Сенец примерно 10 сантиметров. Ну, естественно, когда мы будем отсылать, мы будем перебирать. И ей опять же расти полтора месяца еще. И она еще даст. И к сезону бывает такое, что уже в наличии практически очень мало чего остается. Потому что все заказано и все уже распределено. Здесь у нас пихта кавказская Нормана, двухлетний возраст. Опять же, 10 сантиметров. Там написано у нас, по-моему, насколько я помню, 8-10 сантиметров. Двухлетний возраст – самый положительный сенец, который может быть посажен на доращивание. Ну, еще трехлетно. Тоже, я считаю, что тоже берите, заказывайте, пожалуйста. То есть вы можете заказать это. Это уже трехлетка. Если смотреть трехлетку, то она уже имеет отлетление, видите, хоть одно. Но это и то пересаженная двухлетка была, поэтому она такая маленькая. Если вот это вот двухлетний сенец. Ну, двухлетний сенец у нас вот такой. Вот примерно. Если можно видеть, вот здесь их два. Выкапываются они. Опять же, им полтора месяца расти, еще почку набьет. Но здесь минимум по две почки на каждом. Поэтому он пойдет хорошо. И насчет этого я не сомневаюсь. А вот эти уже, я извиняюсь, уже все. Жаль, конечно. Ну, из такого количества три штуки отпадут. Здесь где-то примерно около 5000. Ну, опять же, мы обязательно снимем по этим двум позициям отдельный обзор,
когда тут маленько прополим, уберем все, и вы можете увидеть уже более четко, более ясную картину. А на данный момент вот с этим, с третьим отделом, по-моему, мы закончили. Или это четвертый? Четвертый отдел у нас. Хрум-хрум, как по снегу. Ну, здесь, как говорится, у нас в пятом отделе, у нас предпоследний отдел, это у нас хит продажи. Ель пятилетняя, да, она небольшая, та ель пятилетняя, вы могли видеть, она довольно-таки уже высокая, хорошая, набитая, а это поменьше, это четырехлетка, в прошлом году у нас была маленькая, поэтому она такая вот небольшая. Но уже довольно хороший саженец, уже форму даже обретает. Почки тоже очень много, почек очень хороших будет очень много. И еще что хотел сказать, по цене она продается так же, как и практически, как и в прошлом году четырехлетка. А это пятилетка считается. Просто неохота вас вводить в заблуждение, так бы я по четырехлетке ее поставил. Но я знаю, что это пятилетка, и как-то неудобно совсем. Пятилетки, ее довольно-таки много, тоже обзор сниму по ней, по всей отдельной. И не один раз, я думаю, поэтому. Ну, а здесь у нас однолетка, скорее всего, ее пока продавать не будем. Но она уже выросла довольно-таки, даже с прошлого видео, где-то мы снимали. Ну, тут лучше поснимать. Ну и крайний у нас отдел в нашем теневике, это у нас тут будет 1, 2, 3, 4, 5 позиций, даже 4, потому что про одну мы уже сняли. Вот эта туя колоновидная колонна трехлетка, она уже сантиметров по 25, ну там у нас посажено ее около 10 тысяч штук, она все растет, все прекрасно. То есть тоже будет хитом продаж, я думаю. Цена не такая большая, но заказывать надо, потому что заказы уже идут и на 2-3 тысячи. Дальше у нас идет туя колоновидная пятилетка. Но она сейчас примерно 40 сантиметров, но я думаю, к сентябрю месяца. Сейчас поймите, сейчас в сентябре месяце, конец августа, сентябрь, самый активный рост у нее пойдет, и она выйдет к октябрю где-то примерно, ну, сантиметров 50-60, я думаю, при хорошем поливе это все будет видно. Ну, растения прекрасные, неприхотливые. И, кстати, трехлетка, что та, более крупные, которые можно будет выписать почтой, эту, к сожалению, мы не отправляем. Я просто не знаю, какая она будет. Примерно я знаю, ну, 50-60 сантиметров. А может и больше. Поэтому у нас коробки самые большие на 40 сантиметров. Поэтому, ну, если люди там будут брать, конечно же, все. Ну, цена, само, соответственно, там она. Можно посмотреть на сайте. Я еще раз напоминаю, в описании в этом видео будет прайс. И вы можете увидеть там прайс. И все, перейти по ссылке и посмотреть. Здесь у нас пихта. Тоже самовывозом. Пихта кавказская Нормана. Пятилетняя. Пятилетняя, она сантиметров по 30. Но это сильно разлябистая, поэтому тоже в посылке, как бы, жалко ее трамбовывать, потому что
можете поломаться и все. Поэтому, уважаемые друзья, здесь еще у нас вот еловый микс остался. Еловый микс весь идет по одной цене, и опять же он идет только самовывозом. Поэтому лучше приехать к нам. Суббота, воскресенье, я повторяюсь, у нас дни самовывоза, вы приезжаете, потому что понедельник, пятница мы и отправляем и упаковываем посылки. И осень довольно-таки тоже тяжеловатое время, когда будет очень много работы. И в будние дни мы то за семенами поедем, то еще что-то. Но все это, конечно же, ну вот оно. Вот он, красавец, еловый микс, они уже срослись, уже второй год тут, поэтому, ну, если посадить, красиво будет. Ну, а здесь также ель-пятилетка, которую мы смотрели там, поэтому... Ну вот, уважаемые друзья, и все на этом. С вами был Евгений Филимонов и питомник «Хвойный дворик». Всего доброго, всем удачи, всем всех благ.